Тверском областном суде продолжаются слушания по делу Рафика Тертеряна, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенное группой лиц. Согласно обвинительному заключению, преступление было совершено в июне 2009 года. Подсудимый, находясь у дома номер 3 по третьему переулку Кирова города Торжка, на почве личных неприязненных отношений, действуя вместе с родными, из огнестрельного оружия убил двух мужчин. Следственными органами фигуранты были объявлены в международный розыск. 3 июня 2019 года местонахождение Тертеряна установлено на территории Италии, где он проживал по подложным документам. 1 августа 2020 года мужчина экстрадирован в Российскую Федерацию и помещен под стражу. В отношении остальных двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство. Их розыск продолжается. О похожем деле с такой же фамилией подсудимого мы рассказывали в патрульной службе. 3 марта 2018 года федеральный судья Тверского областного суда Владимир Андреев вынес приговор Арману Тертеряну, признанного виновным в совершении убийства с особой жестокостью. И вновь убийство произошло в Торжке в сентябре 2016-го. В этом кафе Тертерян был со знакомыми и повздорил с одним из них. После ссоры Тертерян вооружился ружьем модели «Сайга», вернулся в помещение кафе, где в присутствии знакомых, в том числе малолетнего сына потерпевшего, выстрелил в сторону мужчины. От полученного в голову ранения мужчина скончался на месте. В своем последнем слове Тертерян просил не наказывать его строго, так как только на свободе он сможет реально помочь родным убитого. Но вердикт судьи – признать Тертеряна виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом взыскано с осужденного в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда и материального ущерба более 2 миллионов рублей.